Разбитую чашку, говорится, не склеишь. Так что давай расстанемся по-хорошему. Хорошо. Ты, наверное, прав, а я все это заслужила. У меня только одна просьба. Помоги найти врача. Ну, слушай, ну вот ты опять. Ну, где я тебе его найду? Ну, где, скажи, ну... Это же ваши женские дела. Что я могу сделать? Ну, не знаю, ну, сходи на завод, в поликлинику. Они же обязаны следить за здоровьем трудящихся. У нас, кстати, самое лучшее медицинское обслуживание в мире. Я на передачу опаздываю.